Жаль, камера не может передавать запах, потому что здесь стоит жуткая вонь. Потому что пока мы были в Лиексе, мистер Денистер проводил какие-то мероприятия в лесу. После чего осталось много вот непонятной шелухи, вот так вот по эллингу раскиданной. И вот она прямо вот жутко воняет, жутко воняет. Но мы в эллинге, мы берем только спасики, и мы едем заниматься не каякингом. Ощущение, что мы куда-то не туда заехали вообще. Всем привет! Мы вернулись из Финляндии, отдыхаем, восстанавливаемся. Поездка была насыщенная, интенсивная. Как твоя бочара? Ну, все почти здоровы. Поэтому решили попробовать что-нибудь более релаксирующее. Благо, наш канал связан с любым видом спорта, который связан с водой. В котором присутствует влажность. Влажность, да. Поэтому, если вдруг что, просто добавь воды. И это наш контент. Мы где-то в Калуге, где-то в гаражном кооперативе. И буквально через минуту наш гид-инструктор расскажет, что мы здесь делаем. И зачем? И зачем мы это делаем, да. Мы приехали в Калугу. Жара нереальная. Обещала 28 градусов, но это походу только в тени. Местный гем. Вейкстанция, сабстанция построена собственными руками. По крупицам, по народу и так далее. С видом на ракету. Замки. И очень лютую развязку через реку Аку. Сейчас качаем доски и едем осваивать этот спорт. Прививать себе любовь к нему. Ну или не прививать. Как пойдет, посмотрим. Опа. Из выпуска в выпуск одно и то же. Дрочу. Да. Только суды. Сан, обещал тебе, что поедешь в Калугу, вдуешь. Ну, получил, что финки вдул, тут вдул, молодец. Очень круто, когда в городе, знаешь, что-то одно. Ну, вот я, например, здесь одна единственная сапшкола. Единственная и первая. Да, 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 и лучшая. Лучшая в городе. Вообще большие ништяки. Особенно за то, что погода подтрецал. Там вон Петр насилующий сап. Если он был бы индейцем, его бы звали Петр насилующий сап. Или асап. Из сун из посипов. Смотрите, что тут есть рядом. Это ракет. Добро пожаловать на сапинг в России. Ты плывешь на сапе и ракета. А что еще может быть на берегу реки Аки? Конечно, ракет. А теперь смотрите, как камера умеет летать.
What? Look at that. That's unreal. Ништяк. Доска выходит вообще прям вот, ну, очень хорошо. А, можно совершать дуговые грибочки. За что обратить внимание? У меня крен по доске очень ровный. Носки пяточки. Вот. Я держу ровный крен. Грудь моя смотрит. А, статья, каждая вот тема. Голова опережает грудь, грудь опережает нос доски. Если уберете ее в сторону носков и сделаете грибок, считайте его вон там. Закончили свой поворот вокруг бульта, резкий, падовый. Тем временем, потому что... Ну, в общем, это было нормально, а сейчас будет курильщика, короче, версия. На Аку из секрет спота от Данила. Сейчас пойдем ходить по воде Аки. МС Косьма. Короче, чуваки на этой базе делают то, о чем я так давно мечтал. Они делают бухлоход. Огромную дудоню, которая строится. Туда нужно не ставить палатки, мангалы, холодильники. Ну, в общем, полные... Короче, все устройства для отдыха на воде, а ее завозят на несколько сотен километров выше этой, вот этой точки. И они неделю сплавляются вниз и пьют. Все. Мы решили сделать перерыв посередине этой реки. Ярко. Говорят местные, что это не самое чистое место, где можно купаться и стоит купаться, но чище предыдущего нашего места. Но предыдущее наше место в разы чище Строгинского, московского, вот этого вот нашего самого чистейшего серебряного гора. Поэтому для москалей здесь просто слезы девственниц. Родники. Родники и слезы девственниц. А какие гонки тогда устраивают? Просто типа по прямой выгребают это? Ну, все те же самые, точно так же, как и везде проводят. Спринт 200 метров,
Technical Race, как раз через Буйкит ворота. Так слава. И, ну да, и марафон. Классно съездили, очень понравилось. Достаточно расслабленное катание, если не катать марафоны, то очень круто, очень весело, можно поугарать, можно поотдыхать, посмотреть красивые виды, что мы планируем сделать на САПах когда-нибудь. Вот оно. Это строй забухлоход. Когда Дэн начнет строить свой бухлоход, это уже будет другая. Я впишусь, я возьму неделю отпуска на то, чтобы вписаться на дэновский бухлоход. Когда? Ну, позвони ему сейчас. Мне кажется, он даже не начал. У них прогресс больше. Конец лета уже, блин, прогресс. Он за зиму его должен сделать. Этому выпуску мы благодарны Даниле и Алене. Они нас покатали на САПах, сделали обзорную экскурсию по Калуге. Мы очень рады, что к вам приехали. Приезжайте в Калугу, тоже занимайтесь САПом. Ссылочку мы оставим на ребят. Спасибо большое. Пока.